Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор масла клещевины 50 мл. Клещевина представляет собой вечнозеленый кустарник с большими листьями. Порой это растение достигает высоту до 10 метров. Родиной клещевины считает Африку, но теперь она активно произрастает в тропическом и субтропическом климате на всех континентах. Клещевины характерны сравнительные большие стебли, крупные листья и небольшие плоды в форме коробочки. Самым ценным ресурсом являются семена растения, из которого добывают клещевое масло путем холодного отжима. Для того, чтобы удалить из масла содержание ядовитого рицина, его обрабатывают горячим паром. Клещевина содержит большое количество жирных масел, белки и рицин. В масле содержится рициниолиновая кислота больше 80%. Остальной объем занимает линолевая, стеариновая, пальмитиновая и олеиновая кислоты. Такое содержание делает масло клещевины очень популярным в медицине, фармацевтике и косметологии. Его применяют для лечения гинекологических заболеваний, артрита, инфекции мочевого пузыря, боли в мышцах. Также масло применяют при бронхите, простуде. Полезные свойства масла клещевины в косметологии таковы. Восстанавливающее, антисептическое, стимулирует регенерацию тканей, отбеливающее, увлажняющее, укрепляет и способствует быстрому росту волос. Применение масла клещевины в косметологии таковы. Маловарение, средства от акне, антивозрастная косметика, косметика для сухой и поврежденной кожи, косметика по уходу за волосами, косметика для заживления ран, рубцов и следов постакне. Вот такой бутылочки мы отправляем масло клещевины нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!